Символ, который сегодня, ну, олицетворяет, скажем, наш проект, это, конечно, наличие короны. Корону, которую Ксюша оденет в национальном костюме, сделали наши хохломские мастера. Это город Семенов. 2,5 месяца делалась эта корона. И вот она сегодня готова лететь в Китай. Ксюша, ты готова? Я готова. Ну и наш национальный костюм, который нам сделали наши золотошвейки и старшка. Алисочка, подержи. Это ручная роспись. И я думаю, что на подиуме это будет очень красиво смотреться. И, Ксюша, мы все как бы поддержим тебя в красном цвете. Мы поддержим. Да. Вся костюм. Энергия России. Да. Мы передаем тебе много-много жизненной энергии, и женской энергии. И я уже вижу, что сейчас, да. И с победой на родину возвращается. Ну что ж, теперь я вижу, что в кадр идут цветы. Где же цветы? Конечно же, конечно же. Ну что ж, смотрите, это любимые цветы желтого цвета кого? Аллы Пугачевой. А мы кто? Я особенно, я Алла. Поэтому все будет хорошо. Ксюша, дорогая, эти цветы тебе.